Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Если обладатели этого имени найдут способ извлекать стимул для собственного развития, то они смогут достичь высокого уровня и даже совершенства. Тогда они получат шанс стать настоящими хозяевами своей судьбы. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Очень часто человек с буквой «Ре» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Человек, обладающий таким именем, идет всегда к своей жизненной цели и будет вести нелегкую жизнь. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Сидеть на месте, медленно обдумывая планы решения – это не для них. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.